Набор доска для рисования, 3D Magic Drawing Board, предназначен для совместного творчества детей и родителей. 3D Magic Drawing Board – уникальная технология 3D-эффекта, превращающая любые линии на доске в объемные изображения. С ее помощью вы сможете окунуться в настоящий трехмерный мир. Рисунки можно придумывать самостоятельно, или подложить под доску специальное изображение, входящее в комплект набора, и перерисовать с него рисунок на доску. Закажите 3D Magic Drawing Board по ссылке в описании, и получите скидку 53%. Супруга композитора Игоря Николаева показала в соцсети, как ее 4-летняя дочь Ника занимается английским языком по особой методике. Однако поклонники решили, что Юлия Проскурякова лишает девочку детства. Певица гордится феноменальной памятью наследницы. В ролике, опубликованном женой певца, девочка читает цифры и слова на английском языке задом наперед. Ника не перестает нас удивлять. Это что-то невероятное. Насколько быстро маленькие дети могут все запоминать. И куда это все девается с возрастом, восхитилась Юлия Проскурякова. Преданные поклонники в очередной раз пришли в восторг от успехов малышки и порадовались за нее. Нашлись и те, кто раскритиковал звездную чету за методы воспитания. По их мнению, такие усердные интеллектуальные занятия лишают ребенка главного. «Не забирайте у Ники детство», — написала одна из комментаторов. Юлия Проскурякова не смогла проигнорировать нелепую, по ее мнению, критику. Она тут же осекла любительницу повоспитывать чужих детей. «Мы ничего у нее не забираем, она просто запоминает хорошо, и все. Мы нормальные, адекватные родители», — с негодованием ответила жена Игоря Николаева. Отметим, Ника действительно растет очень разносторонним ребенком. Видно, что девочка занимается не из-под палки, а по собственному желанию. Особенно дочь Юлии Проскурякова и композитора любит петь и музицировать. Напомним, ранее Юлия Проскурякова поделилась видео, на кадрах которого ребенок играет мелодию на губной гармошке. «Принцесса Ильяна Вероника и ее губная гармошка. Композиция на сон грядущий, импровизация», — прокомментировала звездная мама выступления малышки.